Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Пока поля не засеяли, мы продолжаем по ним гулять. То, где мы подняли тогда два кольца, его доборонили, но не засеяли. Естественно, мы на 1 мая приехали. Первый сигнал, сейчас покажу. Обычно возле линии передач проволока. А тут смотрите, какая красота выскочила. А кто это? На этом какой-то листик, трилистник какой-то. Непонятно, какая-то красота. Старинная и неземная. За ветер прошу прощения, сегодня до 20 метров. Сильные порывы. Ну и такие моросящие дожди. Дожди, косые дожди. Короче, нашли очередную бдюшечку. Такая малипуся. Убирай ее к себе. Сейчас. Такая малипуся, она продевалась, в нее продевалась какой-то веревочка, шнурок, как пломба, что ли, не знаю, старая, не старая. Звенит серебром. Не знаю, серебро это или нет. С каким-то рисуночком. Интересно. Итак, друзья, уже какая-то система. Еще один перстенек. Лавянистая бронза, но сильно окисленная. Что нарисовано, пока непонятно. Люб сказал фитоузор. Ну, имеется в виду растительность. Растительный узор. Стараюсь ветер закрыть спиной. Не знаю, что из этого получится. Выкопали неведомую штуковину такую, прикольно. Знаешь. Кто-нибудь знает? Куча... Амин какая-то. Ну, типа, да. А может и нет. Ничего она. С какими-то штучками, куча петелек. Что это такое было? Я что-то не знаю. Но интересно. Ну, просто она сейчас это... Дракоша! Сидела, говорит, даже не шевельнулась. Только-только проснулась. В пашне. Ну, да. Какая офигевшая. Холод на улице-то. Ха-ха, прикольная. Сейчас сниму. В мире животных. И лапушка. Ха-ха. Красивый динозаврик. И душечка. 26-го года. О, все, на солнце отогрелось. А, от руки отогрелась. Ну и солнце еще вылезло. Запускай куда-нибудь туда, уйдет. Сейчас она все в траву уйдет. Там на краю я сейчас еще одну видел, но не успел заснять. Прикольная. Я ничего не вижу, что снимаю. Яна. Ладно, пусть сидит. Убегая от трактора. Кубки рвали. Да. Понаехала техники. И давай все это дело сеять. Ну, мы аккуратненько краем поздоровались. Ну, в принципе, так-то они нас уже знают. Мы уехали оттуда. Разбронили вот это поле. Сейчас мы по нему чуть-чуть походим. Я думаю, что чуть-чуть. Первый раз находим такую штуку.
Ядро. Там самое настоящее. Круто. Так, у Любы крестик лепесток. Ну чуть-чуть, видишь, хвостик подломан. Ну ничего, зато живенький. Да. У меня пломбы я не снимал с орлом. И теперь у нас два ядра. Прикольно. Империя. Но, к сожалению, у нее сохраны здесь нет. Я даже не знаю, что это. Не знаю, кружок зеленый. Ядра я, конечно, не ожидал. Где же пушка? Так что? Итак, день два. Сегодня Никитос с нами, поздоровайся с народом. И первая находка. Продолжаем ходить до трактора. Но вроде пока не сеет. Матвей, какой-то ВИЧ, Киров. Опять орлянная пломба. Уже не именная. Пока первая находка. Второй день по находкам, конечно, скудно. Когда-то была подвесочка, но от нее ничего не осталось. Она, посмотрите, какая тонюсенькая. Разваливай. Так, первый сегодня чешуйка. Михаил Федорович. Уфу-уфу, Федорович. Ник нашел кусочек крестика, опять малюсенького. Просто вот крополюсенького. Зеленый, сломанный. Ну, сломанный, но маленький. Да, ну, детские, скорее всего, были. Наверное. Вот так. И опять маленькая находочка. Оловянистая бронза. Малюсенькая. Вот такой вот крестючечек. Но с распятием. Что-то тут было связано с крещением. Потому что это крести, скорее всего, детские. Или детей здесь хоронили. Ну, бог. Шучу. Церковь, часовня, колокольчик. Короче, вот находочка. К сожалению, сломанный, но красивый. Ой. День третий, друзья, разведывательный. Лезем посмотреть берега реки кое-какие. Вот через такие бывшие яблоневые какие-то. Смотри, ну это яблони. И в этих яблонях первая монетка. 20 копеек. Вот не видно щитовик. Ха. Пробираемся вот по такой аллее, так сказать. У Любы две монеты. Советы. Двушка 36-го года. И 20 копеек 43-го. Это что? А, ну это квадрат. У меня щит. А, у тебя щит. Щит, да. Что это такое было-то? Ты знаешь, может, что-то и было. Да, скорее всего, яблоневые сады и были. Вот это ж яблоня. Старая, причем очень. Старая очень. Очень старая. Ну да. Вот такие вот поля когда-то были. Все сейчас лежит с клещиками, со всеми делами. Ну, как положено. Я пока клещиков не... Не, ну, есть. Не часто и на попадать. Ну, короче, серебрушку нам дали в зеленых окислах. Ты ее хрен разглядишь, в каком она будет. Ну, отмачивать. В силите. Силит. Не мучит ее особо. Идет. Смотрите, серебро зеленого цвета. Прикольно, да? Шли по полю и наткнулись вот на такую посадку. Старые деревья. Очень достаточно старые. Куча железа. Валуны лежат, как видите. Там кирпич. Здесь что-то стояло. На картах здесь ничего нет. Сейчас мы здесь покрутимся. Интересно, что же здесь было-то. Продолжаем ходить. Ну, там полазили, там железо.
посурфить неохота, естественно. Крутимся. Вот такая необычная конинка выскочила в форме сердца. Классно. С колечком. Такую же хреновину откопать. Хоть какая здоровая. Пишите в комментах, что это такое, я не знаю. Интересная находочка с дороги. О, самовара, по ходу дела. Ну или что-то типа того. Блин, килограмм, наверное. Меднячий. Забираем. Так, переместились в леса, давно хотели здесь пошастать. Трешечка, 61-й год, и циферблат от часов. Больших. Вот обследуем берега. А как ты думаешь, у меня проб черню пострашнее, я копаю все. Ну вот, все копаем здесь, да. Ну вот и выкопали, покажу. Медная чешуя, но в сохране. Чья, не знаю, потом будем разбираться. Интересно. Местечко. Ковыряюсь вокруг дерева и даже и не заметил. Потом смотрю, крыльями пошевелило. Какая прикольная, мохнатая. Бабка. Бабка. Ночная, на самом деле. А я ее не заметил. Эй. Здесь чешуя была, а здесь гильза охотничья. А у тебя что? А у меня какая-то железная штука. Непонятно. Такая вот, ладно, пусть дрыхнет. Выскочила вот такая находочка. Движемся в сторону машины. Сейчас. О! Знаете, какая пуга-гирька прикольная. Старая, целенькая. Значит, в дальнейшем будем проверять вот эту сторону. Сейчас идем к машине, пора прекращать поиск пушки. Все равно мы ее не найдем. Вот. А возобновлять поиск древних поселений. Возвращаемся по дороге. Ну и среди пробочных, проволочных и фольговых сигналов выскочил пятачок. Почему-то в таких окислах зеленых. 43-го годика. Какие-то монеты 42-го года редкие. С дороги гнутый рамочник 42-го года. Направление. Надо посмотреть, что-то говорят редкие, что ли они. Хотя могу ошибаться. Итак, друзья, отчетик за вот эти вот выезды трехдневные, короткие, показываем. Сегодня мы отправляемся, ой, завтра мы отправляемся, или сегодня, не знаю, подумал. Короче, что у нас из зачетов? Чешуя нормальная, пятнашка серебро, из зачетов трешка, 3 копейки серебром, здоровая. Я думаю, отмокнет, будет хорошая. Мы не снимали крестик вот этот бомбический. Пуга-гирька старая. Вот этот жалко не целый. Перстачок особенно вот этот с какими-то рисуночками. Ну, примерно как-то так. Вот. Спасибо, что гуляли с нами традиционно. Спасибо, что смотрите. Делитесь видосами, ставьте пальцы. Всем здоровья и пока.